Всем привет! Мы сегодня смотрим «Чародейки», но небольшие новости. Если вы не хотите их слушать, перемотайте до начала реакции. Но для всех подписчиков канала есть неприятная новость. Мы поймали второй страйк. Ура! Это лучшее, второй что страйк. Случалось. Да, вообще, по идее, у нас вот три страйка. Но первый успел прогореть, и два активных. Ровно через 67 дней истечет первый, и через месяц истечет... Ой, еще через три месяца истечет второй. Достаточно еще одного для того, чтобы мы с вами попрощались на этом канале и поздоровались, наверное, на новом. Нет, нельзя создавать нам же, ну, одному из нас. На кого, короче, был создан канал, ему больше никогда нельзя создавать канал. Это я сегодня прочитала правила. Да. То есть на Рубину. Кайф, классно. В любом случае, ребята, вот такие у нас интересные обстоятельства. Произошло это потому, что мы активно ведем политику по отвоеванию права публиковать наши реакции на канале в полном размере. Вы, наверное, знаете про такой вид, как реакции, и он делится иногда на полный кадр, что вы видите весь контент полностью, не обрезанный, не мигающий, не замазанный плашками, не вот это все то, что мы все любим. К сожалению, этот вид очень дорого нам обходится, он красивый, он качественный, но, увы, нам прилетает за это, и чем больше становится канал, тем грустнее его терять. И нам очень грустно будет с вами расставаться. Я не говорю, что так произойдет. Я говорю, что нам грустно будет с вами расставаться, если мы получим еще один страйк. К сожалению, на новые проекты, которых 70% то, что выходит на Boosty, не может попасть сюда на YouTube, просто потому что это блокируется в любом виде, вообще никак сюда попасть не может. В любом случае, мы думаем каждый день, наши глаза еще не осохли от слез, потому что у нас большое горе, это просто ужасно. В любом случае, мы думаем, как из этого выкарабкаться. Как минимум 2 месяца новых каких-то проектов на YouTube не будет. Это будут или какие-то супер проверенные источники с правообладателями, с которыми, например, мы более-менее сдержались. Но «Чародейки» пропускают нас в априори, а вот, допустим, «Аватар» нам приходится обжаловать, но с этими правообладателями у нас хорошие отношения, и они разрешают публиковать свой контент у нас на канале в виде реакции. С ними вообще все супер. Они действительно преследуют идеи, мотивы и философию «Аватара. Мир во всем мире». Я знаю, что вы не смотрите «Чародеек», но все же. Поэтому мы вынуждены делать кропнутые видео. Это или мигающее изображение, допустим, 6 секунд контент виден, 6 секунд он не виден. Мы пробовали, экспериментировали, это проскакивает, звук остается, но изображение в маленьком окошке теперь будет на 6 секунд недоступно. Разумеется, это касается только YouTube, потому что на Boosty будут в шикарнейшем качестве, все как положено, все как вы привыкли, но если мы выбираем вообще на YouTube нет ничего или хотя бы вот это, мы, пожалуй, выберем вот это. Ну, опять же, все зависит от того, как залетит эта тема. Если никто это смотреть не будет, то что поделать, откажемся от этой идеи, как минимум мы будем пробовать. Второй вариант – это подписаться вам в Telegram, потому что в случае чего мы там встретимся и дадим вам ссылки на новый канал, разумеется. Плюс в Телеграме мы проводим очень часто, ну не в самом Телеграме, а делаем ссылки, куда мы проводим, где у нас на Boosty выходит контент, где он выходит у нас на Твиче. На Твиче очень много прикольных реакций выходило, пока мне все не начали спойлерить, как суки. Но в любом случае мы опять продолжаем понемножечку вливаться в Твич. Что-то очень ценное мы транслируем на Boosty, но все еще Твич мы активно поддерживаем. Будете спойлерить, страйк кину уже я. Спасибо большое, что выслушали мой этот спич. Я вот-вот, я зарыданный весь, я плакал, я громко плакал целый день. Я музычка сразу веселенькая. На позитиве. Девочки! Стойте! Если все здесь, то кто защищает бабушку? Ну, Хайлин! Что «но»? Кто дежурит в среду? Точно не я, а значит, одна из вас! Хайлин, брось! Все нормально! Это дым? Бабушка... Это, наверное, какой-то сон. Нет, это не сон. Она же пытается защитить бабушку от нерисы. А бабушка просто сидит, отдыхает, вейпит. Мне не хватает немножко вейпа. Запах!
это же? Фирменный обед номер 3. Креветки во фритюре. Ням! Попробовать острую лапшу, и вы опять улыбаться. Если все целы, обойдусь без лапши. Эй, Калиб, среда твой день? Да, что? Я, может, погорячилась, но... А. Что но? Ах, внученька. Что ты смеешься? Ничего. Не переживай, слуги Нерисы не найдут меня. Успокойся, съешь номер 10. Мы возьмем с собой. А на гарнир бабулю Лин. Ну напугал. Он прям напугал. Для Нерисы. Давайте-ка быстро и без лишних мучений. Р значит рвение. А лучше просто быстро. Согласна с тобой. Стражницы, едины! Автор сценария Кевин Хоббс. Вот, первый раз, когда титры идут поверх превращения. Видимо, сегодня будет очень динамичная сцена. Обычно все превращения используются для того, чтобы сэкономить хронометраж на ценных кадрах. Ну, превращение — это всегда минута не рисовать в каждой серии. Но так рано превращение еще не было. Но так рано и поверх титров, скорее всего, будет какой-то жесткий замес. Блин, бедный суп. Ну, выглядит он невкусно. Креветки. Ну, какой-то прям какой-то землянистый, какой-то цвет, не знаю. Какой-то... Креветки. О, кайф. Помните, их питают негативные эмоции. Зверей не кормить. Это что-то новенькое. Это было очень эпично. Но вообще они могут так делать, потому что Ирма превратилась в одну огромную... воду. Водяную девушку. Да, это круто. Что если Корнелия может стать огромным големом? Да. Ясно! Ясно! Продолжай. Страха в этой пещере хватит на 3 тридартах. Хайлин! Бабушке нужна помощь! Нериса хочет... Сдерживай страх, дитя, ведь от него больше зла, чем пользы. Хорошо. Как получается не бояться, да? Не знаю. Это как... хотя я знаю, иногда я иду мимо собаки и такая, я не боюсь. Я как-то сдерживаю свой страх, потому что собаки что же типа чувствуют страх. Но они видят вот эту ауру твою. Зеленую. Да. Ты не сможешь вечно защищать старушку. Кого ты назвал старушкой? 3 бывшие стражницы уже служат мне, Рисе. Ты следующая. А если он прав? В пещере слишком опасно. А, Шеган всегда встает не с той ноги. Ну, кто хочет есть? Что, с земли? Бланк, все съедать! И вообще она выглядела как еда для Бланка. Не, думайте, что хотите, суп вообще не аппетитный. Лучше, чем в столовой Шеффилда. Там же мерзкая еда. Ну, судя по описанию, да. Даже лучше, чем на помойке столовой Шеффилда. Точно. Так мы и спрячем, Ян Лин. Сунем на помойку? Да нет, спрячем на виду у всех. А что это, им кстати, помешает? Правда, потому что в пещере они же не будут на людей нападать в людном месте. Почему нет? Не знаю. Так Нерисе плевать вообще на земной мир.
Откуда ты знаешь? Может, ну, у нее вообще, может, благие цели? Мы не знаем. Я могу понять, почему стражницы пытаются сохранить инкогнито. Они живут двойной жизнью и хотят вот так. Слушай, дальше... Слушай, Ириса не прям отбитая. Есть закон мироздания. Нельзя показывать магию на людях. Это закон мироздания. Все, имени был, так, был такой закон? Так... Есть везде, везде, у всех сверхъестественных существ есть такой закон. Нельзя, чтобы обычные смертные люди узнали о вас. Поэтому Нериса придерживается этого. Серьезно? Да, да. Как удалось уговорить директрису? Брось, она в курсе, что еда здесь годится лишь для Бланка. Когда Ян Лин предложила бесплатно поготовить, директриса очень обрадовалась. Курица с апельсином – дивный аромат. Мы превратили столовку в самое популярное местечко. Бедная Ян Лин, это на всю школу готовит. Она раньше готовила для ресторана. Да, но на ресторан не одновременно хотят одно блюдо. Ну, типа, то есть она чуть-чуть, по чуть-чуть же все равно готовишь в ресторане. Ты как будто прям... Нет? Ну ладно. Прям легко в ресторане готовить, твоих слов. Она же не одна готовила. Ну-ка. А здесь она тоже может. А я не видел других поваров в ресторане. Нам кухню в целом не сильно показывали. Тут мы сможем... Были в первом сезоне. Можем присмотреть за Ян Лин, не бойтесь. Я боюсь. Я тоже. Что мне мушу не достанется. Эй, я даже десерт не взяла. Потом. Смотри, что ему нужно от моего Эрика? Твоего Эрика? Может быть. Однажды... И дело не в этом. Я знаю. Кто это? Мэтт? Мне так хочется верить, что это Мэтт. Прекрати! Это Шеган в облике Мэтта. Извини. Они знают уже об этом? Конечно, он же представился ей. Ты что, забыла? Была целая серия. В зоомагазине, когда он сказал, что туда-сюда. Все, все. Я представился твоим. Извиняюсь, я забыла. На два слова. Слушай, Шеган, а ну-ка проваливай. Или что, разоблачишь меня? Скажешь, кто ты? Будет так. Вы следите за мной, я слежу за вами. Привыкайте. Что? Она все равно так его взяла, типа, Шеган. Ты здесь лишний человек, понимаешь, Шеган? Уходи, Шеган. Бедная Уилл, на самом деле. Ее парень какая-то херня теперь. Нет, она думает, что ее парень... куда-то уехал. Угу. Ну, непонятно куда. А ее теперь заменяют. Она же не понимает, что это... В смысле? Так персонаж. Я про это спрашивала. Она же знает. Она думает, что Шеган превращается в Мэтта. А Мэтт уехал к родителям. Несложно догадаться. Мэтт пропал, а какой-то хер превращается в ее парня. Умеешь думать? Подумай. Если тебе твой парень не отвечает... То это твой парень. То есть твой парень. А может быть, кто-то убил твоего парня и теперь просто натягивает его шкуру на себя? Не знаю. Случилось. Эрик. Да. Ты Хайлин, да? Хочешь печенье удачи? Тебе не помешает. Здорово. Нам бы еще не помешало раскрыть тебе пару раз. Я вижу, кажется, впервые этого мальчика. Не, был мальчик, который нравился Хайлин, это он. А, вот когда она взлетала, вот это вот все, это он был? Мне кажется, да. Эрик, да. Просто у моей бабушки небольшие неприятности. О, это знакомо. Я тоже живу с дедушкой и вечно беспокоюсь за него. Он симпатичный. Да, миленький. Он самый, наверное, красивый. Ну, Мэтт мне не нравится, Мэтт если мы говорим. Какой-то такой. Да. Возможно. Ну, Калеб. Ну, Калеб это вообще классика. Это все. Это ну, наше... Калеб хороший. Калеб наше все. А он в ответ: переживать из-за будущего пустая трата времени. Так что не гадай, что ждет в будущем. Просто разломи печенье и узнаешь. Отлично. Пусто. Хорошо, хоть не дурной знак. О, класс химии. А у вас тоже были раковины на столах, на каждом столе? Ну, на каждом, на каждой парте. У нас просто были раковины тоже. Ну, плитки не было, но были раковины, такие штучки. Нет, у нас были обычные парты. Да, я знала, я поэтому специально спрашиваю. Нравится чувствовать себя лучше, да? Да. Когда он нагреется до нужной температуры, его цвет изменится.
потому что пойдет реакция. Скорее закройте окна! Извините, окна закрыты. Это еще что такое? Я просто смотрю, что там в меню. Да? Ну так оставайся после уроков, Шеган. Директриса, уроки для дураков! Мэтью Олсен, в мой кабинет! Живо! Я думал, что это какая-то подставная Халина. У меня уже всю... Да, я всю... тоже только так. У меня просто какой-то... Что за новая Халина? Я забыла, что она может превращаться. Не, я помнил, что она может становиться невидимой, но у нее глаза были какие-то максимально злостные. Я сразу вспомнил тех горгульи, которые приняли форму чародеек. Да нет, она просто злится. Я вспомнил, как эта пятерка тоже новых Мстителей постоянно тоже меняет форму. Я вообще просто на паранойи, на измене сижу, потому что любой мальчик в этой школе может быть, не рисой. О, нет, только не берите Бланка в помощники. Ты в безопасности! Почему-то мне даже... Я сегодня что-то нервный. Я испугался мультика. Это все! Это Клинтик! Сначала Шегана, теперь Хайли. Я какой-то реально пугливый. Холодный острый лапша. О, нет! Мы здесь примчались, как смогли! Кажется, это был оригинальный дубляж. Ты слышала, как они кричали? Возможно, да. Перевели продукты и никакой радости. Может, вам лучше защищать меня из класса, девочки? Что? И не попробовать твое печенье удачи? Опять! Ну, это тоже не вариант на люди ее пустить. Как будто невидимым может быть только Хайлин. Да. Нериса вообще тоже очень часто применяла этот метод. Ну и что? Ну, просто взять, никто тебя не увидит, просто вывести бабку. Она же не находится под охраной 24/7. Можно, согласна. Как будто это прям не сильно большая проблема. При желании можно. Вы все еще здесь? Убираться гораздо... Да, все правильно. Гораздо дольше, чем пачкать. Даже хулиганы уже дома. Шеган ушел 5 минут назад. Чудно. Все, пошли отсюда. Привет, дамы. Калеб, малыш-вонючка. Бланк не малыш! Ты же сказал, он ушел. Ничего, оторвемся. Это не так легко. Сюда! Может, потому что вас слышно? Блин, Мэтт реально уродливый. Какая-то крепота. Ну, возможно, мы снова отхватим с тобой, да? Мы постоянно отхватываем за Вил, мы постоянно отхватываем теперь за его, еще парня, за ее парня, да. Слушай, ну если с Вил иногда я испытываю симпатии, ладно, очень часто, ладно, для меня это самое красивое и страшное, ладно, я это сказал, ладно, но Мэтт... Ну, он какой-то реально... Грустный персонаж. Вообще. Шеган лучше. Никакой. Давай так. Шеган топ. Шеган топ, да? Шеган мне Шеган, больше Шеган, Шеган топ, да? Да. Вот это Мэтт, вот это вот все. Вот это Мэтт. Вот этот музыкант, да? Лох. Плохо. О, так уж вышло. Мои друзья подтвердят. Ахренеть. Прости, на этот раз стражницы не объединятся. Да, госпожа. Бланк, унеси нас! Уходим! Закрывай портал! Но Калеб и девочки! Закрывай! Ага, и как понять, куда они нырнули? И теперь без Уилл... А, нет, Уилл здесь. А чё, почему она не смогла превратиться? Он ее сбил? Он ранил ее, и она не успела. Вилл, быстрей! Превращайтесь и летим за ним! Бланк унес Хайлин и Янлин в другое измерение. Но куда именно? Вот именно.
Спасибо, Бланк! Ты успел перенести нас на Кандракар! Кайлин, ты бросила друзей! Ничего, Нериса не за ними охотится! И все-таки твой поступок основан на страхе. Ты должна сдерживать это чувство. Бланк старается сдержать страх. Простите, простите, простите. Бланк! А как она поняла, что они находятся на Кандракаре? Догадались. Такие по всем походили, не нашли на Кандракаре. Не знаю, просто мне кажется, догадались. Значит, прыгать! Может быть, есть какой-то магический след, который можно проследить. Ну, Нериса прошаренная. Здесь точно пахнет Бланком. Но его нет. Хайлин и Янлин тоже. Это кладовая Бланка. Я решила, может, вполне разумная версия. Но так мы будем гоняться за ним вечно. Гоняйтесь не за ним, а за Нерисой. Верно. Ну, Нериса рано или поздно найдет бабку. Не, что значит гоняйтесь за Нерисой? И что, где Нериса? Надо же, все равно Нериса-то гоняется за бабкой. Короче. О, нет. Дом, милый вонючий дом. Не расслабляйся. Не, они точно оставляют они какой-то магический след. Они будут так бегать вечно. Перенес нас на Замбалу? Бланк, помнишь слова дерева? Вам здесь не место. Да, оно так и сказать. Я помню, что вы изгнали нас с Замбалы, но положение ужасное. Нерисса принесла сюда беды. Она пришла за вами. Беда! Опять Нерисса! Бедные как деревья. Она находит нас! Вот теперь да, блин, бедно. Теперь деревья точно их вообще невъездные. Депортировать нахрен навсегда. Наконец, надо поболтать. Я уверен, Нериса доставит Янлин сюда. И что, будем их ждать? Первый раз, когда они мерзнут. Да. Всегда в теле стражниц они летали по заснеженным курганам. Да, все у них летели лед и пламя. И они вроде как не испытывали ни жар, ни холод. Я вообще наблюдая за их изменениями и отношениями к погоде, подумал, что они вообще неуязвимы к температурным изменениям. Получается, уязвимы. Знаете, когда мы идем в поход, всегда кто-нибудь теряется. Папа оставляет кого-нибудь в лагере, пока ищут меня или брата. Может, кто-нибудь из нас перенесется в Шеффилд? Вдруг они вернутся? Но нам не нужна война. Так не вмешивайтесь. Бланк, улетаем отсюда. Бланк, искать. Сюда упасть, зуб тонко. Бланк, потом искать. Меня тронула твоя забота о бабушке, Хайлин. Но все это бесполезно. Уже много недель зуб Бланка у меня. Я подменила его, и теперь я всегда знаю, где вы. Кайф. Я даже помню, как это могло произойти. Как? Я не помню. Там показали, кажется, показали. Сейчас налетят, скажут, что там была целая серия этому посвящена. Забыли. Вам не спрятаться от нас. Не получится. Может и получится. Не выйдет. А трава-то приминается под бабкой. Да. Это смешно, она исчезла. И видны следы как-то уходят. Дай мысль, бабушка. Эй, сюда. Нет, сюда. Меня это раздражает. Не торчи здесь. Янлин недолго будет невидимой. У нее сил не хватит. И все-то ты знаешь, Нериса. Не вмешивайся! У тебя руки короткие! Я не хочу войны, Нериса, но не дам в обиду невинных. Спасибо, железное дерево! Извини, что навязали тебе багаж. Багаж какой? А-а-а!
А что там, деревья отгребают, да? Не, ну они сейчас пойдут же, что с деревьями. Я не думаю, что Дениса сейчас будет с деревьями драться. Она пойдет за Янлин и Кайлин. Кайлин? Я останусь невидимой. Прикрою тылы. Нериса беспощадна. Ладно. О, Тарани, хоть ты здесь. Вы вернулись. Мы беспокоились. Я уже не верю, что это Тарани. Это Тарани, она же сказала, что кто-то из нас... Я помню. Ну, это Тарани. Ну, так же могла я подумать и Нерис. Нериса могла подумать. Нериса вообще могла меня подумать. Меня паранойя! Думают но они. Где же Хайлин? Где твоя интуиция? Будь ты Тарани, ты бы почувствовала, что я здесь, Нериса. О, ты самая умная. Это реально Нериса. Я говорил, что Нерис. Я говорил, что это повсюду. Мне обещали, что я сойду с ума где-то к 20-й серии. Он уже ко мне будет приставать. Вы были правы. Ты Нериса. Пожалуй, слишком умная. Тебе же хуже. Отстань от нас. Что здесь происходит? Что? Что это? А это что? Ой, да прекрати, он постоянно у тебя в школе тусуется. По-любому ты его видела. Ты его видела в роли маленького уродливого мальчика, выступающего в театре. Да, он был деревом, ты помнишь? Знакомые лица. Директор Никербокер! Айлин, я не понимаю. Моя бабушка, помогите ей! Да, конечно, спокойно, я уведу ее. Да ё! Знаешь, что не хватает? Чтоб ты такая... А потом я такой... А, мы классно их победили. Минор? Нет! Бабушка! Бабушка! Бедная Хайлин. Интересно. Будет какая-то брешь в душе и какая... У бабушки. Это будет внучка. Брешь в душе будет внучка. Какая-то, знаешь, такая очень милая очень брешь. Очень милая брешь. Типа да. Котики на ютубе. Что-нибудь такое. Какая-то милая. Азиатская еда. Суп. Прикинь, а брешь в душе Бланк. Вот все такие просто, что? Чего? Просто приставила к нему этот клинок и сказала, я Бланка сейчас спарю. Блин, и она, все, он любит все. Мою еду. Бланк, слабое место в доспехах твоей души. Хорошо, что я не успела вернуться в Шеффилд. Да, вся боевая мощь нужна здесь. Ага. Ну как? Если рыцари здесь, то где сейчас Янлин? Не знаю, но надеюсь, ей легче, чем нам. Наконец, все мои старые подруги снова вместе. Но, может быть, бабушка Янлин не такая легкая... Да, скорлупка, скорее всего. Что она створочки-то своей души, может быть, подзапаяла, там уже да, не так легко да, пробраться. Такая это же азиатская это же восточная женщина. Мудрость. Да, да, он такой, нет, вода течет, песок сыпется, пошла нахер. Первые стражницы объединились. Что скажешь, Янлин? Примешь участие в нашем мировом турне? Тому, что ты задумала не бывать. О, что ж, посмотрим. Подружка цела? Сейчас главное найти Нерису. Страха больше нет? Худшее сбылось. Пора вспомнить уроки бабушки. Чтобы ей помочь, я сдержу страх. Бабушка отлично готовит лапша. Бланк переносить на меридиан оттуда! Когда-то превращения давались легко. Не истощали тебя так. Ты не хочешь снова вернуть бесконечный запас силы? Я хочу одного.
полюбоваться на тебя в клетке. Ну, по факту, перспектива точно такая же. Там вот эти вот решетки, и можно пофантазировать, что это не ты в клетке, а она в клетке. А еще я подумал, что эта клетка максимально некомфортная. Во-первых, она... Да, постоянно. Вот ты постоянно, представляешь, спать в такой клетке. Да, да, да. Это потом второе, вот это мерцание бесконечное. Вот ты спишь, и тебе все равно от стен, от каменных отражается вот в глаз. Да. Ты же не можешь выспаться, никакой мелатонин не вырабатывается. А все ужасно. Такие, о, она потратила всю свою силу на трансформацию, и поэтому Нериса стала такой старой. Нет, потому что она просто за все эти годы не могла нормально выспаться. Спасибо! Бабушку видели? Она не с тобой? Нериса нашла нас в спортзале. В спортзале? Отец был прав. Отец? Обсудим это позже. А сейчас подзарядитесь от сердца. Стражницы, едины! Воздух! Была подзарядка? Нет, типа, что Хайлин превращается. Типа воздух, она же говорит, стражница, мы едины. Он просто сказал, подзарядитесь, я думаю, что они тратят силы, устают, нет? Нет. Раз Ян Лин у Нерисы, возможно, они в пещере. Есть один способ узнать. Сюда нельзя. Какая хорошенькая. Я все хотел, так думал, вспомнил, а как она выглядела, я уже забыл. Нам показывали пару раз пятерку молодости. Да, в штанах такая была прикольная, да. Будь со мной, и я верну тебе красоту и молодость. Что мне молодость? Я до сих пор горячая штучка. Ты испытываешь мое терпение. Я никому не позволю мне помешать. Я тебе говорю, она колоться будет очень долго. Да. И твоя внучка не исключение. Если объединишься с нами, я пощажу Хайлин. Нет, прежние стражницы в прошлом. Я ставлю на новых. Ты ужасно упрямая. А времени уговаривать у меня нет. Все это слишком долго. Пора мне браться за дело. Вин, Бланк, сюда. Я думала, она говорит Винкс. Двойное обращение. Ну, там нам... Не, прилетели. Блум, короче. Зачем Блум? Давай Фрагон. Хотя у нее там брешь в душе, она такая... Фрагон, да? Грэндон. И все. Кайф. Потупился. Круто. Что ж, Хайлин, твоя очередь. Бланк, герой! Бланк, быстро бегать! Нериса! Ты когда-нибудь успокоишься? У тебя училась упрямству! Вам не попасть. Там это решетки, они от магии. Умно. Все это время можно было просто проковырять дырку. Так у нее нет сил. Ты просто камнем берешь и ковыряешь. Да ты че, это, блин, 300 лет займет. Бабушка свободна! Я в вас не сомневалась. Новый фокус. Двойной портал. Ты прыгнешь на меридиан, а я доставлю нас в Хезерфилд.
Бедная Нериса. Жалко. Отличный трюк! Портал внутри портала! Теперь Нериса не найти бабулю! Зачем ей меня искать? Все, ладно, все. Я подумал, что они украли Нерису в облике бабушки. А что, если она уже завербовала бабушку, но этого не видно? Ладно, теперь она знает, что я никогда не сдамся. Ладно. Пусть только сунется. Мы готовы. Теперь мы умеем сдерживать чувства. Подружка опять улыбаться. Бланк, что ты делаешь? Бланк кушает. Тут начинка лучше. Все это время он охренел. Ням-нямка. Будущее в твоих руках. И ты это съешь? Эрик, что ты тут делаешь? Ой, какая романтическая история. Я никак не могу отвыкнуть от этого. Смотри, эпика. Опять внук с дедом. Привет. А, это и есть тот самый дед, и нет, тот самый, тот, да? Нет, тот другой дед, тот был Мэтт со своим дедом. Тут, видимо, это нормально тут... в этом городе, да, с внуками, да, Саш, да, с 10-летними, нормально, с 16-летними внуками ходить. У нас в холодильнике пусто, а мы проголодались. Вау. Как твоя бабушка? Порядок? Да, лучше. Спасибо. Славно. Может, ты, бабушка, я и мой дед... могли бы вместе когда-нибудь... Почему не сейчас? Двойное свидание. Ведь твой дед такой красавчик. Ян Лин вообще пусечка. Фильм дублирован студией «Пифагор». Ой, какая... Я все потерял, я все сломал. Какая насыщенная серия сегодня. Ну, на самом деле, она поначалу была немножко такой... медленной, простенько какой. Но финал вообще разогнался. Мне больше под конец чуть прям... Я же нервничаю, уже начинает шиза приходить. И Нериса. Все, это... Прощайте. Нормально все. Прощайте, ребята. Прощайте. Не поминайте нас лихом. Это серьезно, нас могут заблокировать. Я не шучу. Это вообще не шутки. Поставьте лайк. Поставьте лайк напоследок. И попрощаемся с вами. Давайте скажем добрые слова. Да хватит! Сейчас закончим, я пойду опять плакать. Иди. Хотите, я на стриме буду плакать. Я только буду теперь этим и заниматься. Вот, ну слушай, мне говорят, он плачущие мужчины. Да вот, хватит это уже. Новое шоу, где собираются парни, рассказывают всякие истории и рыдают. Ну, я бы посмотрел. Я бы посмотрел на это, понимаешь? Не, на самом деле, и все мужики нет. Такие вот в комментариях такие пишут. Фу! Тряпки! Тряпки! Вы не мужчины! Потереться вас! Все, фу, да! Это же было просто замечательно. Лейбл.ком украдет мою идею, я 100% уверен. Они смотрят наши реакции. Прощаемся с вами, пока. Спасибо, что посидели с нами. Пишите комментарии, и я уже просил за лайки. Да, подписывайтесь в Телеграм. Телеграм важная штука. Она у нас в роли как ветки направляет на все остальные. И самое главное, все актуальные новости по развитию канала. Что происходит, что не происходит. Всякие разные приколюшки появляются там, потому что использовать записи Ютуба, их не все видят, они не до всех доходят и доходят с запозданием. Короче, все-таки Ютуб не мессенджер, а там немножко в комьюнити получают месседж. Лучше. Некий месседж получается донести каждый раз, когда я этого хочу. Все, прощаюсь с вами. Пока. Пока.